Западные же страны наложили санкции. Да, что ты говоришь? Как думаешь, почему они наложили санкции на лекарства? А? Просто так проснулись утром, давай-ка наложим санкции на лекарства, чтобы России хуже жилось, да? Ну, наверное, хорошо, они нас хотят со свету свести, правда? Я где-то про это читал. Весь мир хочет Россию свести со свету, да? Ну, это понятно, что это реакция на текущие события. Друг мой, что ты от меня хочешь? Нет, услышать? Я просто хочу понять, но это же не Дума запретила лекарства. Нет, это не Дума. Это одна страна вероломно напала на другую и за это получила по башке. Вот и все. Только получили жители, которые делали вид, что все хорошо. У нас умный царь, он решает. Вот он дорешался. А теперь они сидят без лекарств. И говорят, а как же так? А вот так. Понятно объясняю, нет? Не, ну хорошо. А почему из-за этого жители России не могут получить лекарства? Потому что это их президент принял решение. Они в ответе за своего президента. Они же как бы его выбирали, правда? У него же огромный рейтинг. Его же очень любят россияне. Ну, отдувайтесь, ребят. Ну, то есть получается тогда, что всем нужно уезжать из-за... Я не знаю, что получается. Получается, что с войной надо заканчивать. И давно. Получается, и те, кто не поддерживает президента, и СВО, и прочую текущую ситуацию, они же тоже страдают? Тоже страдают, к сожалению. И те, кто уехали, страдают? К сожалению, да. Да. Так замечательно получилось, что вот из-за прихоти одного дяденьки сломалась жизнь у пары миллионов людей. Понимаешь? А пару сотен тысяч были убиты из-за этой прихоти. И это продолжается каждый день. Все хорошо? Еще раз. Кто на кого напал? Украина на нас или Россия на Украину? Вот кто напал, тот не прав. И хватит пиздеть на эту тему. Это очевидно. Когда Германия напала на Советский Союз, она была не права. Никто с этим не спорит. Смотри, вот ты говоришь, что война должна быть закончена, и Украина должна вернуть свои территории. Я очень на это надеюсь. Это разве шаг вообще навстречу примирению? Что? Ну, это разве шаг навстречу примирению? Это условие, а не шаг навстречу примирению. У тебя отобрали полквартиры, а потом пришли и сказали, давай дружить, а то хуже будет. Хорошо. Нормально? Это как, шаг навстречу примирению или что будет? А ты скажешь, нет, подожди, ты мне верни, пожалуйста, что ты отнял. А там посмотрим, будем мы с тобой дружить. Или вообще лучше от тебя держаться подальше. Разве не так?